Прием заявок для обязательной аттестации гидов стартовал на Камчатке. Пройти ее необходимо будет до 1 июля 2023 года. Но тем, кто ранее выполнил добровольную аттестацию, Ростуризм пошел навстречу, и у них есть время до 1 января 2024. С 1 сентября вступает в действие постановление правительства 833 этого года об обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Значит, прием документов соискателей. Подать их можно разным способом. Люди могут прийти непосредственно в Министерство по туризму. Либо, если нет такой возможности, можно это сделать через портал госуслуг. Там есть раздел «Обязательная аттестация». Нужно выбрать, соответственно, аттестацию для экскурсоводов и гидов-переводчиков. Допустим, для удаленных районов можно отправить по электронной почте, ну, либо просто по почте. Если уж совсем какие-то сложности возникают, просто позвонить к нам в министерство, и мы будем тогда решать в индивидуальном порядке, как обработать данные документы. Министерство туризма рассмотрит заявление и прилагаемые к нему документы в течение 3 рабочих дней со дня их поступления и по результатам рассмотрения примет решение о допуске или об отказе к прохождению экзамена. Квалификационный экзамен будет состоять из 2 частей. Первая часть – это тестирование. Тестирование проводится в письменном виде, обязательно с видеофиксацией, длится 2 часа, состоит из 30 вопросов множественного выбора. Ну, то есть на один вопрос нужно представить один или несколько вариантов ответа, уже, которые есть в наличии в тесте. Предусматривается 2 формы тестирования, можно приходить это сдавать живьем, если у человека нет возможности, он, допустим, где-то живет, опять же, в удаленном районе, мы предусматриваем вариант видеоконференц-связи. Замминистра добавила, что также есть и устная часть на экзамене. Когда человек представляет, вытянув билет, представляет либо часть экскурсии по Камчатке и рассказывает о каком-то одном из объектов туристического показа. Соответственно, если сдает гид-переводчик, то это происходит на иностранном языке. Свидетельство об аттестации выдается в печатном виде сроком на 5 лет. Также у гидов будет и нагрудная карточка. Нагрудная карточка содержит QR-код. Ну, то есть любой турист, экскурсант, он может подойти к экскурсоводу или гид-переводчику, сфотографировать этот QR-код и проверить, действительно ли состоит человек в обязательном реестре. Полную информацию можно найти на сайте Министерства туризма края, перейдя по специальному баннеру. Там можно ознакомиться с положением об аттестации, составом комиссии и с памяткой по отдельным сложным вопросам.